Итак, все внимание на экран. Очередная посылка от Картирин Антона Наумцева. Вот они, Укрпошта. Заветные колоды внутри. Вырезаемся ножом и вскрываем коробку. Так, ух, какая красота, только поглядите, вот на мечта, Арбатякат, вот они заметные-то, первая, это 63, в прошлый раз как-то 63 пошли неуверенно, поэтому повторим, остальные оставим в следующем разе. А сегодня начнем с колоды 63 карты. Заветная упаковка, которую решительно открываю. Так. Что же, смажем руки. Так, 63. 63. Эмота. 63. Есть! Вот она порвана! А теперь на весы! Внимание на весы! Для того, чтобы взвеситься! Вот у нас вот порванные будут лежать здесь, а я, соответственно, сейчас окажусь на весах, чтобы определить мой вес. Так, итак, выставляем 0. Так, вот он 0. Видно хорошо. Так, я стою на весы. Так. Вес зафиксирован. Вот он мой вес. 83,3 килограмма. Всем удачи!